раньше все играли в классики, а сейчас, видимо, извращаются как могут. Вот это твистер. Вроде как бы и не похоже. Цветов нет, да. Но задание есть. Если вам не видно, руки здесь нарисованы разные. То есть правая и левая отличаются. Нога тоже отличается. И правая, и левая. И правая, и левая. Все представлено. Нужно... Все конечности. Вот прыжки. Это мне больше всего интересно. Я так понимаю, интересно, что по правилам необходимо, а здесь ну, накрест поставишь ноги и все. Главное, здесь... что нет трех ног. Катя, Антон, здесь очень важно одновременно буквально все три конечности положить вот на эту площадку, да? А побеждает тот, кто правильно быстро пройдет, да? Ну, вроде того. На скорость. Ты будешь засекать? Я тебе сразу скажу. Я тебе сразу скажу, победит дружба. Но все равно надо размяться. Ну, ребятам чуть попроще, потому что они переоделись в удобную одежду. И, в общем-то, сейчас даже размялись. Сейчас будут проходить, я думаю, ох, как браво эта дистанция. У меня чуть посложнее. Я, конечно, сниму каблуки, но останусь в платье и тоже попытаюсь, по крайней мере, пройти эту дистанцию. Ну что, включай секундомер. На счет три. Давай, подождите. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Что ж такое? Да, я первая. Так, Катя проходит. Мы с Антоном смотрим, чтобы Катя в правильной конечности ставила сюда. Прыгать, шагать, не важно, потому что готова. Аккуратно. Ничего не закреплено. Аккуратно. Техника безопасности. Два, один. Поехали. Так, правая, левая. О, все. И сначала, да, надо, если я не попала? Нет, прикол-то в том, что прыжочками надо. Прыжочками. Ну, давай тогда ты мне покажи, потому что я прыжочки пока не понимаю. Давай. Заново. Подождите, сбрасываю таймер. Вверх? Так, да. Антон сейчас покажет. Вот так. Мастер-класс от Москуса. Три, давай. Два, один. Эба! Ага, ну, молодец. Ничего, такой прыжок. Дальше. Ну, как-то слишком сложно. Хорошо пошел. Так, теперь прекрасно. Ой, сейчас трудно будет. О, тут крест-накрест необходимо было ноги сделать. Так, какой. Прекрасно. Здесь все очень просто. И в конце... Yes, у меня есть шанс. 23 секунды и с ошибкой на финале. С одной ошибкой. Давай теперь раскладывай назад, как это все было. Глядишь, сейчас они допрыгаются, что до меня дело не дойдет. Нет, мы про тебя помним, не надейся. Сейчас режиссер скажет заветное. Ребята, заканчиваем. Я не успею пройти эту дистанцию. Давай. Так, ну мне понравилось, как ты прыгал. 23 секунды с ошибкой. Так, ну что? Так, готовы? Руки на три, два, один, поехали. Так, правая нога, руки на крест. Да сразу надо ставить все одновременно. Так, у тебя тоже было не одновременно. Вот так. Так, хорошо. Защита ноги. Вот так. Ну куда у тебя нога-то одна-то? Ну не доскочила до бумаги нога. Так, все было нормально. И... Господи, где там руки? Понятно, нога тоже не там. Нога не то. Нога не... Я давайте сделаем, что я сделаю. Нога, хочу сказать, 19 секунд. Хотя я не торопилась. Поправляйте листочек. Ну, Антон, вторая попытка, она должна быть... Ого, какая. Ты делаешь все, чтобы самой не прыгать, я понял. Так, мы не закончим эту студию, пока Таня не попрыгает. Так. Давай. Три, два, один, поехали! Так, господи! Ну, без волнения, не надо, смотри. Так. Все снес. Было опасно. Так. О, как хорошо прошел! Только ручки-то не те, а ручки-то не те. Зато 16 секунд. Слушайте, ну раз за разом вы это лучше делаете, а? Посмотрите. Сейчас я даже не помню, где что лежало, потому что настолько это все было... Какая разница? Тут все мы поправим. Энергия от тебя шла, энергия. Видишь, как ты все разнес. Так, Антон, Таня, ну давай, я тебе уступлю свою попытку. Давай. Катя, ну что, две попытки у Антона. Не хватит. В конце ошибка. Вторая попытка у Кати. Так, забрасываем. Не надейся, что мы заберем. Так, самое сложное последнее. Там надо вот так и вот так. Да? Ну хорошо. Кстати, готова? Запыхалась. Три, два, один, поехали. Нога, руки на крест. Так. Так. Господи. Рука. Вот так. Отлично. Ноги на крест. Вот так. Опять не доскочила, а? Да что такое? Это нога, вот. Это не я. Я-то доскакиваю, это у нее проблемы. И с руками не ошибись. Опа! Хорошо. 16 секунд. 16 секунд, я вообще расту. Здесь так. Можете таймер вообще не... Сейчас не включать, ребят. Сейчас... Ты не будешь развиваться? Мне бы в принципе. Кать, ну попробуй, пожалуйста. А, я не увидела. Какая-то ерунда. Давай. Ну тут, конечно, работа головного мозга. Сосредоточься. Да?
Из спинного. Из спинного. Вот это еще. Ну что, поехали? Ну засекайте ради интереса, за сколько пройду-то я. Так. Подождите, я даже понять. А, надо ногу поднять. Так, теперь... Ой, ты только... Все, ошибка, давай тебе фальстарт. Ты еще только раз. На платье не наступи, пожалуйста, а то страшно. Нормально все, нормально, с платьем мы... Раз, ой, мамочка. Так, два. Так, теперь рука сюда. Три. Теперь накрест. А рука другая. Четыре. Пять. Взрослый человек. И шесть. Мать. Приземлялась на четыре конечности, но... Так она нас сделала. 14 секунд. Победитель? Я была. Ну и что мы переодевались? Скажи мне. Ой, что это такое? Может, в этом и есть проблема? Надо в своем. Одежде. В общем, нет, это разминка, вот это азарт. Вот разминка прям классная. Если у вас в офисе есть какие-то вот эти пятиминутки, движухи. Давай, все, последнее. Я вам сейчас покажу, как надо делать. Давай, сбрасываю. Три, два, один, поехали. Быстро. Анана. Анана, была бы пятная. А теперь засекаем, за сколько ты соберешь листики? Давай, всем поехали дальше. Победители не собирали.